всем зрителям, подписчикам привет. Сегодня будем строить теплицу Легенда 3х6 с перегородкой, с грядками, с форточными блоками, с подвесками. Пока приехали, начинаем работать. Каркас мы поставили, выровняли его по уровню, начали уже нанизывать поликарбонат на стены. Сейчас будем докручивать стены, ставить профиль и параллельно ставить переливы. А у нас закончился монтаж. Напоминаю, строим теплицу Легенда 3х6. Пойдем смотреть. Сразу дверь с форточкой видим с одного торца. Видим грядки. Грядки по размерам заказчика. Видим перегородку с проемом просто. Форточные блоки на ручках. Но оставили им возможность переподключения на термоприводы. То есть имеется серединчатый уголок. Также есть система подвязки. Расположена согласно грядкам. Каркас сделан с профильной трубы 40х40. Покраска полимерно-порошковым способом. Цвет шоколад. Диагональные усилители есть. Все это стоит на брусе. Брус 100х100, пропитан антисептиком. Закреплен к земле с помощью якорей. Грядки металлические. Из профилированного металла. В дальнем торце у нас просто форточка. Поликарбонат 4 мм. 0,7 плотность. Все торцы защищены торцевым профилем. Также по торцам у нас имеется прижимной уголок, который еще и декоративный. Вот такая красивая, большая, мощная, надежная теплица у нас получилась. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока. А не, не пока, пойдемте еще маленький отсек посмотрим. До него мы не дошли, но все равно посмотреть. Вот здесь тоже он метровый отсек, длиной метр. Вот такая грядка фигурная сделана. И система подвязки, дополнительно два троса вот над ней установлена поперек теплицы. А вот теперь действительно все. Всем пока.